Здорово, ребята. На календаре 29 декабря. На часах без 15 минут 8. Я на Иваньке. Пробурил десяток лунок уже. Сейчас буду ставить жерлицы. Сегодня на улице у нас морозно. Минус 10. Сейчас ощущается, как минус 17 пишет даже на Яндекс.Погоде. Ветерок сегодня сильно передает. 6 метров. Фон, порывы до 10-11. Жерлички выставил. Погнали. Попьем чайка. Да будем искать окуня. Время, наверное, часов 10 уже. Ни одного загара. В принципе, я что-то не особо удивлен. Сейчас буду потихоньку по одной жерлички, по две переставлять туда, за этот мыс. Первая с работочкой. Вот две лунки просверлил. Лупанула одна. Леска даже не натянута, просто сбила, видать. Не. Стрельнула. Там за поворотом просверлил 6 лунок. Сейчас вот тут везде живца снял и туда хотел переставить. То есть сейчас без живцов все 6 стоят. Только 4 мы там живцами. Вот одна из них сработала. Нормально. Нормально. Есть рыбка. Думаю, маленькая. Да, небольшая. Сработочка. Все? Здорово, ребята, на календаре 6 января, на часах 9 утра. Приехали с Диманом на лесное торфяное озеро. Вот оно небольшое, 200 на 200. Пока расставлялись с 7:30. Один загарчик был у меня. Сейчас попили чая, что-то по темноте я влупил. Вон, как-то больно близко. Жерлицы друг к другу. Хочу сейчас сюда штучки 4 переставить. Подальше друг от друга. Кто что-то как-то я там сгоряча пятак рассверлил. Вот, вчера был на рыбалке на спиннинг в Дубне, на набережной. На мормышку. Так. За 2 часа 2 окуней поймал. Что-то совсем все плохо. Расстроен был. Сегодня минус 2, минус 4. Ветер 2 метра. Он как благодать какая. Да, слышу, щелк. Упал? Тут чисто на звук. Крутит. Давай, давай, Диман. Если что-то есть, то маленькое. Есть. Есть? Да, но маленькое, походу. Глубоко нахуй.
Ток поставил. Да, ток переставил. Сейчас не крутит, вижу. Да? Угу. Ток переставил, да? Ни хрена, походу, нету. Нету? Бросил. Да. Груз дергается. И нету. Час. Пошли снимать. Жерлица и ехать домой. Ребят, всем привет. Сегодня 12 января. Время 8:30. И расставлять вот на Иваньке жерлички. Осталось две поставить. Первая сработала. Вон, самая-самая первая. Сегодня мороз минус 17 у нас. Но ветра пока нету. Да, не мотает даже. Вот, мороз минус 17. Зябко, конечно, зябко. Что хотел сказать? Никто не смотрит. Рыбалка на жерлице никому не интересна. Спиннинг получше заходит. Но дело в том, что Волга опять встала, и пока не вариант. Маленькая. Не успел налить чаю, выпить полкружечки. При мне сработала седьмая жерлица. Смотрел на нее. Прям при мне щелкнуло. Классно. Но не крутит пока что. Сейчас лед сел. Сантиметров 30 максимум подо льдом воды. Мелко-мелко. Шнурогайка, точно. Минутку постоял. Ничего не крутит. Сейчас проверю. Пойду на первый, проверю живца. Время 10:20. Сработала жерличка там же, где я поймал сегодня. Пока крутится тихонько. Время 10:55. Сработала снова жерлица. И тоже та же, которая уже сегодня работала. Бородень какая-то. Сидит. Пока ставил живца на одну жерличку, которая сейчас сработала. Смотрю, вон еще одна загорелась. Это что-то новое. Здесь у меня еще не было загаров. Да, лед сел. Толщина его увеличилась. Снега много. И здесь раньше была глубина по началу зимы. Ну, метр 20. Сейчас же 10 сантиметров 30 это от силы, в лучшем случае. А так сантиметров 15 воды подо льдом.
вот так вот только сработало. Подошел, смотрю, сбило, не крутит ничего. Поправил, отошел буквально метров на 15, ну 20 может быть. Поворачиваюсь, она опять горит, уже хорошо мотает. Вот я подошел отсюда сюда, вот уже сработало и крутит. Вот для чего полезно пройти, если долго нету сработок, и продернуть жерлицы. Так буквально поднять, опустить, чтобы там живец встрепенулся. Сработка рядом с той, которая только что живца сорвала. Они разматывают. Сидит рыбка, сидит. Уже размерчик поинтереснее будет. Ребятки, не поверите, нытье реально работает. Сейчас уже час ходил без загаров, достал телефон, смотрю, сколько время, 1:30, 13:38. Думаю, блин, ну еще поклевочку, ну еще рыбка, дай. Просто только договорил про себя, хлоп. Где сегодня сбил живца. Время 20 минут третьего. Две жердички уже снял. Не запуталась, не в ту сторону мотает.